Все здорово, вы на канале Terminator Games, меня зовут Дима. Это ваш следующий видеоролик, Одинокий Волк. Я решил, что у себя прикольненькую игрушку, Call of Duty Warzone. Так игра называется, прикольненькая онлайн. Поэтому я еще говорил, что на своем канале я буду записывать не только обычные шутерные игры, также и онлайн игровые видеоролики. Пока что, конечно, я не нашел у себя друга, кто захотел бы эту игрушку поиграть. Потому что я сам, в принципе, эту игру недавно себе скачал, вроде недавно, просто сказать, мы с другом смотрели видеоролики, увидели видеоролик об этой игре, я захотел в нее поиграть. И вот скачал себе ее. Правда, игра весит 110 гигабайт. В принципе, сейчас все современные игры весят 110, в общем, около 100 гигов, а? Суть такова, что игра прикольная и интересная, по этому поводу я решил писать именно видеоролик по этой игрушке. Просто именно как я играю, учусь, так сказать. Я еще много в этой игре не знаю, поэтому, как вы видите, у меня только 6 уровень. Я так пару каток сыграл, и то как сыграл. Фигня. Поэтому я в игре новичок. Поэтому вот еще раз повторяю, назвал видеоролика «Одинокий волк», потому что пока я играю один. Может, как-нибудь со временем я, конечно, буду, если не пень, название менять видеороликов, но тем не менее, игра прикольная, поэтому всем ее советую. Может, как-нибудь к этому времени, может, вдруг какой-нибудь мой захочет эту игру поиграть. Я с большим удовольствием с кем-нибудь в кооперативе в эту игру поиграю. Поэтому всем желаю приятного просмотра. Давайте пока что так, видите, тут есть королевская битва. Типа, можно играть четвером, втроем, вдвоем и одинокий. Но я буду пока один. Есть королевская мини. Я ни разу не играл, поэтому сейчас с большим удовольствием в нее зайду. И вот еще есть добыча кровавые деньги. Я тоже ни разу не играл. Я пока единственное, что играл, это королевская битва. Так, тут получается может, да? Вот еще раз зайдем. Королевские мини. Так, приблизительно ждать 42 секунды. Окей. Пока, в принципе, можно будет поболтать, да? Игра, по сути, играет сама реально очень прикольная, классненькая, и самое главное, она бесплатная. Ну, блин, поэтому реально всем советую эту игрушку, а? Жалко, конечно, что я пока что в нее один играю, потому что на самом деле такие игры веселее с кем-нибудь играть, а? В принципе, любую наверное, игру кооперативную веселее с кем-нибудь проходить, играть, болтать. Как такие и люди любят, когда, допустим, так делать, ну и, в принципе, больше просмотров было бы вообще такое. Поэтому... Искупайтесь, пишите комментарии к мне, с большим ваши ники в этой игре. Я с большим удовольствием с вами поиграю. Мой канал, название моего аккаунта, или как сказать, профиля. Здесь темный рыцарь, по-русски. Опачи, меня закинуло. Королевская какие-то мини. Так получается. Ага, мы все на ПК. Кронец, получится. ПК, ПК, PlayStation и Xbox. Вау, прикольненько. Так, Верданск. Верданск. Королевская мини. Честно, королевская мини, я, скорее всего, наверное, просто отбуд людей не 100 человек, как я понимаю, а человек, наверное, 50. Поэтому называется королевская мини. Мне, в принципе, ни разу не играл в неё. Будет прикольно. Да-да-да. Вау, блин. Класс. Её, это пока просто подготовка. Опа. Давайте быстренько опа-опа. Так, вау, прикольно, да? Сразу, а? Ого. Блин, не то, что нужно, в районе операции. Вау, офигеть, да? Это пока только начало. Так сказать, тренировка, поэтому мы... Когда нас кинет уже потом с тобой... Разумеется, у меня такой не будет пушка классная. Противник высаживается на уже... операции. Блин, а. Так, прикольненькая пушка у меня явно. Тварь, я сзади крыса, а. Убийца, блин. Ну-ка, я пацанов меня убил, а. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот мразота, а. Все, теперь начинается уже, так сказать, не тренировка, не разбитка. Сейчас в команде и нас трое. Жалко, что до связи нет, а? Значит, здесь я еще пока связь не настроил. Королевская битва. Так, вы лидер отряда. Отметь точку высадки для команды. Окей, давайте здесь высадим, да? Вот наша зона высадки, готовься! Давай, не против. А все, мои уже высадились, окей. Погнали. Видите, мне пока нам дали пистолет, ну, руки и все такое, а.
в принципе, начальное оружие. В принципе, вы знаете, наподобие пупка, или палка, как правильно называется, так же. Это выживать, пушки искать, что такое. Так, значит, приземлиться, постараться на крышу. Хотя на крышу мне уже не получится приземлиться. Жалко, конечно. Ну, Аника, забыл, что будет тут приземлиться. Быстренько, если я успею. Ваша основная задача — уничтожить все цели. Ага. Понял, понял. У нас в общем 74 человека. То есть, как я и говорил. Что тут будет меньше людей, а? Блин, Дробовик. Выдвигайтесь в отмеченный район и защищайте его. Пока вроде бы никого нет, да? А, ладно, оставлю я пистолет свой, потому что он уникальный. Ну вот, прикольненько, вроде пока заутался. Но тем не менее, надо еще валить. Я еще пока что особо играть не умею, поэтому несите меня строго, если что. Я сразу просто предупреждаю, а? Игру еще раз повторю, я с большим удовольствием с кем-нибудь в эту игрушку поиграю. Приближается газ. Мне еще... Вам отправлю посылку. Блин, мне еще много надо учиться. В этой прикольной игре. Ух ты. Бабки-то хорошо. Ладненько, поменяю свой этот. Да нет, потом только один ВПГ, поэтому смысла нет. Ух ты. Редкая. Дробовик. Охренеть. Блин, надо быстренько пополнить себе жизнь, а? Офигеть, я вообще не думал, что я кого-то смогу убить на самом деле, а? Я в самом шоке. Так, ну пока так себе оружие на самом деле. Чутко есть, что я его убил, а? Внимание, на вас охотится команда противника. Твою медь. Фигово. Совершенно фигово, блин, что на меня команда противника ходится. Ой, блин, а. Блин, меня срочно надо валить, а. Блин, а. Опасные рабочие условия. Ёшкин дрын, а? Надо срочно валить, а? Так, надо транспорт взять и быстро свалить отсюда, а? Очень опасно, блин. Вы проводили контракт, команде, да? Цель потеряна. Ничего страшного, это контракт сейчас вообще не важен, а? Убег из тюрьмы. Да ё-моё. Опять этот ёпту винит туман, а? Ай, блин, на человек умирает. Союзник погиб, ё-моё. Извините, союзник, я пока не особо такой мастер. Если он выживет, то вернется на фронт. Ух ты, тут уже, блядь, дофига людей, а? Ваш союзник попал в ГУЛАГ. Если он выживет, то вернется на фронт. Пашинить, а. Блин, все бегу, бегу, надо убегать, убегать, я не успеваю ничего взять, и надо просто тупо убегать, а. Ваш сотрудник провалил испытание. Мы отправляем его обратно на базу. Блин, я сам сейчас сдохну, ё-моё, а. Это, блин, а. Ну и кто меня не спасет, блин, а? В принципе, тут выбора нет, на самом деле. Реально, никто меня не спасет. Никто меня не спас, блин, а. Блин, я попал в плен, а. Ё-моё. Ладно, перекрыл ГУЛАГ. Выживи, чтобы вернуться на фронт.
В живых осталось 50. Да. Пол дела сделано. Сражение начинается. Хорошо подобранное оскорбление может испортить настроение противнику, как и метко брошенный камень. Ой, я не туда нажал. На самом деле, в ГУЛАГ не очень трудно играть, спасибо. Я просто еще новичок. Скоро твоя очередь. Я реально еще новичок. Готовься. Поэтому я не особо на этом буду играть, поэтому не факт, что сейчас я выживу в этом ГУЛАГе. Тебе больше не сражаться. И давно, честно говоря, такие игры готовься не играл. Готовься к возвращению на поле боя. Ой, слава богам. Транспорт готовится к вылету. Не упусти. Победа зависит только от вас. Выполните задание. Приближается газ. Ой, блин. Блин. Не знаю, я, честно говоря, первый раз так на самом деле, а? Не сорвался в ГУЛАГе, а? И именно на миду просто вышел. Опять газ стоит, наверное, а? Это а чё, пойдёт? Ах, ты умереть! На базу с докладом. Осталось 25. Тем не менее. 25. Ну я хотя бы одного убил. Маленько, продолжи, чем мне ждать. А если это наш, да? Или не наш? Блин, как вас поверить? Союзники. Честно, я не знаю, кто он, ладненько, я. Так, сыграть еще раз. Я еще раз сыграю. Ну а что уже ждать, не все на медуге, что мне ждать его? Мы же не в одном, допустим, группе Дискорде, мы же... Иван, если мы по связи болтали бы, я, конечно, подождал бы с большим удовольствием, покомментировал там, как он играет, и посмотрел бы, как он играет. А так мы не болтаем нифига, ничего, что мне ждать? Поэтому еще катку, может, даже две сыграю. Где-то, знаете, запишу, наверное, может, на полчаса, ну, такое недолгое, прикольненькое, ага, выживалочку. Может, как-то чему-нибудь научусь. Надо же иногда видеоролики разные по жанру записывать. Тем более я говорил, что у меня я буду записывать не только сюжетные игры проходить, именно обычные просто одиночные игры, так что и кооперативные буду записывать, правда, именно онлайн игровые игры. Кооперативные, когда ты с кем-то играешь, а ну онлайн, а быстро, ну один онлайн. В принципе, сейчас просто уже время такое позднее, в любом случае, мои друзья спят. Давайте пойдем, ни у кого из моих друзей игр нет. А если есть, то нет, у друга есть игра, но он сейчас постоянно занят, поэтому невозможно с ним как поиграть, не вариант. Да уж. Ну, судя, рекорд был. Я убил, блин, чувака такого классненького, прокачанного, блин. А то я максимально просто вздыхал, как и все лошадь. Проверить оружие и снаряжение. Хотя бы одного убил. Выдвигаемся в бой. Че, уже? Серьезно? Ёшки, ты. А, и нет. Это еще пока разминка, а? Я и думаю, как-то так-то. Ого! Видите, сколько красной цели, да? Ну да, я так подумал. О, по союзнике мои, наверное. Да, тут же я поставил уже на троих, получается. Нет, в этом корейской мини, что у нас трое было. Да не, я такой прям, сука, снайпер, чтобы попасть по такой цели, а? Это вы. Я хотел бы сейчас на самом деле бы кого-нибудь попасть, бля. Но увы, я не такой прям снайпер, поэтому в воздухе. Нет, это нереально. Нет, конечно, попасть реально, если ты мастер. Пора сражаться по-настоящему. Но я пока еще не очень такой мастер. Не будет, я, в принципе, давно уже на игры не играл, а? Только вот метро, но это же обычный мастер, поэтому что там. Нас трое, надо как-то связь проверить, а? Где же я? А, все, я в кепке, нас двое таких. Королевская битва.
Ага. Так, ну-ка, лидер, давай, куда мы пойдем? Нам будет сходить с союзниками, а? Вот наша зона высадки! Готовься! Так, подожди, лидер, ты куда вообще? Ага, наша высадка. Наша зона высадки, я понял. Окей, окей, давай. Боюсь, я лучше подальше от этой зоны, блин, высажусь, а. Блин, а тут же везде высаживаются все, а. И куда мне высаживаться, блин, не знаю даже. А вот и цель. Ладно, я высадился тут, а. Опа. Внимание, на вас охотится команда противника. Еще бы на меня охотилась, да? Ваш союзник попал в ГУЛАГ. Если он выживет, то вернется на фронт. Какой союзник? Ого! Ну-ка, ну-ка. Прикольный пистолет. Союзник рядом, а? Иду! Границы безопасной зоны СМИ. Вам отправлю... Ваш союзник проиграл. Теперь он возвращается на базу. Ваш союзник в ГУЛАГе. Если он выживет, сможет вернуться в бой. Офигеть, да? Двигайте в безопасную зону! Нас срочно перезрите оружие. Ко мне уже движутся, блин, враги, а. Блин, оружие фронтовое. Еще пока особо в оружии не разбираюсь, поэтому... Так, ладно, свалю отсюда лучше. Черт, нас собачим. Ваш союзник возвращается в бой. Ждите. Да, я сам еще не особо еще играю. Но тем не менее, я хоть более-менее стал играть. Не то, что раньше. Ладненько, прикольно. На самом деле, прикольно. Интересно, не как у этого зона, а? Выдвигайтесь в отмеченный район и защищайте его. Ага. Так что у нас связи нет, а? Так, ну где-то он сверху, блин. На крышу, надо к нему попасть. Только как? Надо как-то попасть к нему на самом деле. Блин, у меня в арсенале есть, это получается, то все дело. Над нами вражеский ППЛА. Да ёшкин, блин, а. Ага. Как мне возвращение сделать? Возвращение сделать. Ну союзника, блин, как? Ого. Ты куда бьешь? Ты чё, ты чё? Здорово!
Блин, я хотя бы двоих убил. Тут нереально было, меня все убили бы, а? Рекорд и двоих убил. Молодец, еда. Тут уже я с ней что меня убили бы, а? Режим. Ага, режим зрителя. А никогда посмотрит за моим союзником, а? Не, молодец. Двоих убил. Ну иди, уже рекорд какой-то, а? Я уже более-менее стал лучше играть в эту игрушку, а? Мне реально прикольно, когда садили игрушку, поэтому с большим удовольствием я выжил из рекорда. Себе. Они крепко нас потрепали, но мы еще сравняем еще. Ну да. Я иду туда. Честно, я хорошо сыграл. Реально хорошо сыграл. Двоих убил. А тут свалил. Давай-то продолжим. Но зрителей точно не буду. Потому что у нас, мы все тут уже вышли. Получается. Здесь есть кое-что, если нужно. Так, далее. Ага. Ладненько. Сигать еще раз. Вернулся в игру. Каким-нибудь игру. Значит, я думаю, еще раз играем. А в следующем видеоролике я уже, наверное, пойду в добычу зайду. Или уже большую королевскую битву. Еще в видеоролике я буду записывать разные прикольненькие режимы. Тут по три режима есть в игре. Королевская битва мини и добыча. Кровавая добыча денег. Как и так называется. Блин, надо еще бы какую-нибудь другу бы найти бы, реально бы, а. И с кем-нибудь поиграть в эту игрушку бы, а. Чтобы по дискорду посидеть и поболтать, прикольно будет на самом деле записать. Вот, прикольно будет, намного будет больше просмотров у меня, если я с кем-нибудь буду играть, а. Не именно просто с кем-нибудь, типа, после кому-то присоединился, а именно с кем-то играю и болтаю. Будет реально прикольно. Только мне надо будет как раз-таки настроить голосовую связь, а. Это пока она у меня, как я понял, не настроена. Отключить голосовой чат. А, я не знаю, что это включение, почему у меня голосовой связь, чат. Это же, наверное, кнопку вообще нажимать, именно голосовой чат. Я, по сути говоря, об этой игре еще пока очень мало знаю. Вот такие вот дела. Ага, алло. Алло. Получится, вот она, да, связь. Алло. Прикольно, блин. Я не знаю, это В. Английская. Разминайтесь, пока можете. Блин, скоро начинаем. Ага. Так, скоро начинаем. Давай. Ой-ой. Опа, транспорт. Прикольно. Ну, мне прикольную пушку дали, а? Для разминки. Как вы заметили, я данную игрушку захожу без вебки записываю. Нет, просто ну, они игровые. Сейчас. Прикольная машина, да? Будет без веб-камеры записывать. Блин, мне прокачать бы в этой игре, а? Ага. Сука. Не. Отправки в Warzone. Фух, меня не убили. Хоть это была тренировка, но меня не убили. Это круто, реально классно, блин, а. Операция мгновенная, раскол. Так, получается, я уже один, да? Да, я тут один. Теперь я реально одинокий волк. Ну, в принципе, я, по сути говоря, буду один. Королевская битва. Выбить, боец, да. Отметь точку высадки для команды. Блин, какая... Я даже... Как бы говоря... Ё-моё, а. Я не хотел высаживаться, реально, а. Уничтожьте все цели, блин, в районе хотел... операции. Честно, я на самом деле не планировал тут саживаться, а? Вау, блин, я как-то пушу классную взял, но тем не менее.
Фигеть, конечно, прикольная на самом деле игра. В то же время очень скрытая. У меня, в принципе, патронов пока хватает, да? Игрока, конечно, 1001 я. Ну, в принципе, нет у меня как Алифана в этой игре. Я хотел бы с кем-нибудь бы зарубиться вместе, а? Так, измени, так, шевел глушитель, резкая. Нет, у меня уже более-менее лучшее оружие, поэтому... 800 это что? Не знаю. В принципе, не важно. Газ перемещается. Вам отправлена посылка с комплектом. Да, что было вообще? Туалет, ага. Повыше где-нибудь залечь, да? Это возможно. Ага, на самом деле тут реально очень много мест, каруселей. Я могу тут пока засяду, а? Вражеская команда открыла на вас охоту. Будьте начеку. Беспилотников пустили, да? Яшкин Дарина. Блин, а? Так ладно, лучше что свалить, а? Знаете, почему я не говорю? Потому что машина очень громкая была. Связь? Ну, то есть громко. Звук. Машине. Хоть мне ничего не говорил. Так, магазин. Любой бронепластин. Противогаз. В принципе, бронепластин у меня есть. Тут ничего такого тут больше нету, да? Только что у меня ничего больше. Ни на что больше денег не хватает. Это, конечно, плоховато. Блин, еще в этой много чего, где я не знаю на самом деле, а. Ого, получается. Ого, везде уже красный, где уже газ, получается, только здесь и можно жить, да? Еще по-любому все сюда придут. Охренеть.
О, уже походу кто-то есть. Приближается вражеский солдат. Офигеть, если сюда идут, блин. Задница у вас, а? Я сам еще, блин, особо толку не умею играть, поэтому убегаю. Честно говоря, жалко, что я не убил, конечно, этого. Я кто иметь? Надо сваливать отсюда. 25 игроков остаются в живых. Не расслабляться. Какой расслабляться? Тут нет времени на расслабление. И столько наоборот. Над нами вражеский ПВЛА. Вертолет рядом, а еще бы чувак бы скаронный, походу у него явно дофига пушек, а. У меня вообще здесь ничего такого в принципе и нету, а. На самом деле прикольная, интересная игра, но вот если думаю, это последний матч сыграю и все, а. Уже будет два. О, на газовике сюда приехал. Офигеть, он прям рядом со мной, блин. Прикольная винтовка, но сейчас она не особо происходит, а. На самом деле я просто боюсь, не хочу, хочу как-то, знаете, больше прожить, на самом деле, а. Но уже рекорд, я уже умер, блин, не в самом начале, а. Правда, максимально пока, в общем, убил двоих, а. Закрытие основы через 14 секунд. Давайте вот 14 секунд подождем. Если не умрем, пойдем дальше, а. Вертолет. Газ рядом с вами. Безопасная зона сместилась. Ага, понял. Не понял, что газ рядом со мной. Да, на самом деле. Ого, нифига себе, маленький квадратик остался, блин. А. Честно. Блин, я уже испугаюсь капец как, а. Прикольно, в то же время очень такая, знаете, блин, трудненькая игрушка онлайн, на самом деле. Красная зона уже приближается. Вот, прямо рядом. Над нами вражеский ППЛА. ППЛА — это получится вертолет, если я не ошибаюсь. И, в принципе, в этой игре еще много чего не знаю. Поэтому понятия не имею, что это. Газ рядом с вами. Безопасная зона сместилась. Ух
кто, блин, завалите сюда, чуть на собачьем. Вообще тут посижу, блин. Офигеть, честно, очень классная игра. Тут с большим удовольствием я буду видеоролики онлайн-то игрушки прикольненько на канале выпускать, а? Приближается газ! Я уже понял, что он приближается, а? Не только он. Надо от него валить тоже, а? Ну, еще куда? Блин, я походу в тупике. Я понятия не имею, куда валить. Сомневаюсь, что тут меня не убьет этим газом, а? Я походу все погиб. Да, я погиб, блин, зараза. Вы попали в десятку лучших. Я погиб. Вы были одним из 25 оставшихся. В этот раз мы проиграли. Но это только закалит нас. Мы... прикольненько поиграл, правда никого не убил, но тем не менее. На самом деле я прикольно сыграл, правда единственное надо было просто повыше подняться, а? Ну вот, зато уровень себе повысил, а? Вау, полезный, о, пушку получил. Ну-ка, какой уровень? Так, этап боевого пропуска, ну-ка. А, это мои лучшие записались, а? Только я записываю видеоролик через программу Шитомпой. Так, Шитомпой, конечно, все хорошо, но давай потом. Угу. Так. Учится у меня 10 уровень, прикольненько. Ну-ка, так, казарма. Визитки. У тебя тут прикольно много всяких красных есть, а? Австралия, Англия, Аргентина. Я вот выше в одиночестве поставил, ну, видите, поставил, а? Разные есть, вот держишься вместе. Я сейчас с кем-нибудь играл бы, поставил бы, а? На ветру. Тут прикольная эмблема, на самом деле, есть. Где огненная группа? Да. Видите углы, видите углы, вроде как камень. Целенастремленность, во, я думаю, поменяю себе целенастремленность, а? Так, получается, эмблем тут вот, пока не так уж много у меня. Орел, черепки, я бы поставил себе медведя, я думаю, может поставить будет черепок. На самом деле прикольно, страшилище. Или вот, энергетический щит, защитник. Так, ну, я думаю, поставлю себе его. Вообще будет круто, да? Буду иметь иногда. Время от времени. Так, звание у меня так себе, визитки новые есть, ага. Так, исполнитель. Ага, исполнитель. Я пока исполнитель, на вот мой исполнитель. Альянс Милсим. Так, казарма, это не то, магазин. Так, в магазине ничего не могу себе взять, оружие. Изменить комплект, получается у меня новое, да? Ух ты, у меня появилось новое оружие. Ага, прикольно, да? Какой комплект можно выбрать себя. И показывает на самом деле, а? Не, на самом деле прикольно или классненько, а? Так, ну я думаю, вот такой комплект я возьму пока что, а? На самом деле. Учиться тут еще осколочные, как-то или молота. Ага. Так, получается у нас... Так, перки. Ух ты. Ну-ка, чуть у нас можно... Сапер. Ага, бегом марш, но удвоение длительности, технический бега, скорость. Смотри, какая-то прикольная выбор, мне нужная вещь. Так, получается тут у нас упрямец, фора. Можно здесь носить два единица, много оружия. О, пополнение. Только сетевая игра, часов убийств не хватило для пользового серии меньшинства. Так, я думаю, вот это возьму, а. И что потом поменяю, а? Так, прокачка тут показывает, прокачка, настройка. Ну, я думаю, прокачка на самом деле. Прикольненько себя прокачал, да? Я даже не знал, что такие штучки есть, а? Рука арсенал. Ручные пулеметы. Это пулемет какой-то нашел редкий, как я понимаю. Видите, тут разные прикольные пушки есть, да? Правда, их бесплатно не возьмешь, а? Может, было бы классно бы. Так, легендарная. Сведения об оружии. Блин, ого, нифига себе, тут пушки, да? Очень классные на самом деле.
Жалко, что нельзя взять, а. Смотрите, покупайте, да. Ну, вы у меня нет побосиков, чтобы покупать. Ладно, может как-нибудь потом появится. Так, исполнители я понял. Казармы я тоже понял. Звание прохождения визитки, метки клана и взвода. Взвода, как в танках, честное слово. Так, обучение, испытания. Так, просмотр испытаний. Здание, учебный лагерь, я понял. Сейчас я хочу так изменить комплект, серия убийств, полезные модификации, персонализация транспорта, выбор часов, арсенал. Судя, арсенал пока у меня так скудные. Так, я хочу, забыл, куда я хочу его назвать. Так, блин, забыл, где можно на халяву брать штучки. Ну, в принципе, прикольно, классненько поиграл, поэтому всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки. Обязательно еще такие классненькие ролики я буду записывать на своем канале. Сюжетные игры буду проходить, и такие вот классненькие, как Ulti Warzone, World of Tanks и другие прикольные ван-игры. Буду где один, буду когда-нибудь один играть, и постараюсь с кем-нибудь из друзей поиграть в танки хотя бы. Или вот игрушку, может быть, кого-то говорю, и вместе с кем-нибудь или кого-то найду, в нее поиграю в кооперативе. Будем играть прикольно вдвоем или втроем. Все будет классненько. Поэтому ставьте свои лайки, ставьте пальцы вверх, я имею в виду. Самое главное, желаю вам огромное большое всем здоровья. Всем пока-пока.